На сегодня работа с клиентами закончена. Мы сейчас с Лешей съездили в магазин. Там немножечко прикупили продуктов. И я не удержала. Смотрите, что я взяла. Колечки. Конечно, они уже. Я не знаю, у кого как, у меня они ассоциируются с детством. Вот, со вкусом детства. Мы в школьной столовой постоянно на переменках бегали, покупали, когда была финансовая возможность, эти колечки. Сейчас они, конечно, совсем не те. Конечно, не такие вкусные, как были раньше, но это такая, ребят, ностальгия.